Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает о том, какие дворы преобразятся в 2024 году в Кировском районе. Местной администрации ведется подготовка документации для проведения электронного аукциона по выбору подрядной организации для благоустройства дворовых пространств в рамках программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Планируется, что в 2024 году в Кировском районе только по нацпроекту будет обновлено еще 6 дворовых территорий по следующим адресам: улица Старозагора, 285, улица Победы, 123, улица Юбилейная, 14-12, улица Севастопольская, 11-15, улица Победы, 121, улица Старозагора, 201, 203, 197, 199 и 195, улица Ташкентская, 19 и улица Ташкентская, 188 и 190. Ожидается, что в апреле-мае с наступлением благоприятных погодных условий выбранная подрядная организация приступит к работам. Администрация промышленного района сообщает, что онлайн-игра «Открывая Россию» набирает все большую популярность. Игра, выпущенная выставкой России, приглашает примерить роль волонтера и совершить путешествие по регионам России. Вам предстоит собирать роскоины в северной, центральной и южной части страны, попутно открывая для себя ее достижения. Самые внимательные игроки смогут попасть на секретный уровень. Он создан по мотивам мультимедийной инсталляции «Достижения России». А еще совсем скоро игроков ждет большой сюрприз. Следите за новостями. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает о том, что продолжается прием заявок на награждение почетными знаками Самары за заслуги в воспитании детей и за самоотверженность. Знаком «За заслуги в воспитании детей» награждаются родители, либо законные представители, не имеющие судимости, проживающие в Самаре, воспитавшие или воспитывающие двух и более детей в возрасте от 7 до 18 лет включительно, имеющие достижения в учебе, работе, спорте, творчестве, науке и искусстве. Знаком «За самоотверженность» награждаются жители, проявившие высокую сознательность, мужество, отвагу или совершившие самоотверженный поступок в условиях, сопряженных с риском для жизни. Ходатайство и комплект документов о награждении кандидата почетным знаком направляются главе Самары и председателю городской думы до 1 марта 2024 года включительно.